Доброе утро, друзья. В этом видео я хочу рассказать вообще, где я ночую, как я вообще ищу и где бесплатные парковки, и вообще реально все это или нет. Вот сейчас я нахожусь в Боснии, я пересек боснийскую границу, только вот с Хорватии переехал. Вот первую ночь у меня была буквально 5-10 километров от границы. Вот. В общем, вот такие примерно парковки бесплатные. Вот, в общем-то, я нахожу, они вполне реальные, никто здесь вас не тронет никогда. Все спокойно, реально. Вот. Смотрите, показываю. Вот такие вот парковочки. Стоят машины, вывески. В общем, все безопасно, тишина. Сейчас уже утро где-то, там 8 утра почти. Вот. Так вполне можно ночевать, и ничего в этом нету. В общем-то. Вот. Я, соответственно, конечно, такой дикий кемпер, может быть, потому что я не рекомендую там, ну, как, не то, что не рекомендую. Кемпинг, кемпинг, конечно, это хорошо, но кемпинг, соответственно, вы платите там полцены, например, отеля. Вот. А здесь, соответственно, в моем понимании вообще, если вы купили, соответственно, автодом, то, в общем-то, вот я уже купил, можно считать, там заплатил за него, поэтому я уже говорил в ролике, 45 тысяч евро. Соответственно, я проплатил много ночевок вперед, там, по Европе, вообще в моих путешествиях. На много лет вперед. Поэтому, соответственно, ну, я там не вижу смысла там переплачивать больше еще за какие-то кемпинги. Вот. Вот, соответственно, рядышком мини-маркет, то есть гипермаркет большой, вот кафешка рядом есть, все, в общем-то, под боком. Вот. Вчера вечером я тут 2 часа сидел в Wi-Fi. Значит, вообще интересно было. Вот, переезжал границу словенско-хорватскую, въехал в Хорватию, говорю, ребят, говорю, извините, финансов, говорю, местных нету, вот только могу в евро там, или по карточке, они говорят, мы у нас карточки не принимаем, в общем, мне просто Wi-Fi дали, бесплатно даже, говорит, садись, говорит, там, сиди сколько хочешь, вот. В Боснии то же самое, въехал, говорю, еще, говорю, ничего не снял, вот только въехал буквально, даже мне кофе бесплатный дали, там, на английском заговорил, сразу их бармен пригласил хозяина, говорит, подходи, хозяин подошел, вот тут, говорит, пожалуйста, тебе Wi-Fi, вот тебе кофе даже бесплатный, говорит, нет, ничего страшного, говорит, там, разговаривали с ней про путешествие, в общем, все такие люди адекватные, вот даже в Боснии все нормально, да, и, в общем-то, никто вас никогда не выгонит, везде можно даже вообще бесплатно Wi-Fi посидеть в каких-то моментах, в общем-то, и ничего больно не брать даже, вот, если там скажешь, там, путешествуйте, там, на автодоме, еще что-нибудь, ну, я думаю, люди только там, скажем так, приятно улыбнутся и даже с вами еще побеседуют и на какие-то темы поговорят, вот. Вот как-то так. Если что, соответственно, непонятно, да, пишите в комментариях, я расскажу более подробно какие-то моменты и нюансы. Счастливо!